Всем большой привет! Я нахожусь в порту в городе Задар. Кстати, порт очень даже чистый, и вода очень чистая. Здесь на побережье много всяких таких баз для отдыха, и уже некоторые открыты, несмотря на то, что еще не сезон. Вот такой кораблик возит из порта на острова, и как бы люди ездят уже на большую землю на таком кораблике. Кстати, видели уже в последний день, стоял большой круизный лайнер. Так что вот такие корабли даже сюда приплывают. Вот видите, этот корабль и Ядролиния везет людей, плывет точнее с людьми на острова. И вот вдалеке это маленькие островки, на которых живут люди и приезжают отдыхающие. И снимают там жилье и отдыхают в сезон. Вот. Очень красиво, конечно, камера не передаст этого. Вот такая вот здесь зеленая территория. И на этой территории уже непосредственно, чуть немножко дальше, буквально 500 метров, уже начинаются разные базы, кафешки. Я думаю, что летом здесь людей достаточно. Вот видите одно из кафе, которое уже было открыто, и в принципе довольно-таки много было молодежи. Сидели, кофе пили, ну как бы просто разговаривали, очень красиво. И вот такая вот чистая вода, галька, камни, просто цвет воды, конечно, и чистота ее. Прям сердце радовалось, что до такой степени как бы поддерживают чистоту, и нету там никаких бутылок, пакетов, ничего не плавает. Очень много вилл рядом, я уже вам показывала в предыдущих видео. Обязательно, кто не смотрел, то посмотрите видео, которые я уже выложила на канал. И дошли мы до центра, и я спешу быстрее снять закат, потому что был немного дождь. И очень-очень здесь красивые закаты. Я бегу, чтобы успеть все заснять, и по дороге еще вот такие вот кораблики красивые. Вот такой вот красивенный закат, конечно. Опять же, камера этого не передаст до конца этой всей красоты и мощи. И вот такие вот волны были. И от этих волн когда-то сделали такой на побережье морской орган в Хорватии. И когда сильные волны, то он очень сильно играет. Днем было не так, а вечером, конечно, было просто впечатляющее зрелище. Немного вам здесь вставлю, как слышите, такие вот звуки. Это морской орган. То есть, когда волны ударяются, происходит такой звук. И очень красиво бывает местами, очень-очень сильно, конечно. Я много там кусочков наснимала на телефон, но, конечно же, этого не передать через камеру, послушайте. Кроме морского органа, здесь на площади есть вот такая вот площадка, которая переливается разными цветами от интенсивности звука. И местами, конечно, становится очень ярко. Люди фоткались, очень-очень красивое зрелище, несмотря на то, что погода была пасмурная. Надеюсь, вам понравилось.